Европейский Центробанк может прекратить выдавать греческим банкам экстренные займы. За две недели ЦБ уже несколько раз наращивал объемы кредитования, пытаясь спасти банковскую систему Греции от коллапса. Греки, опасаясь того, что банки не откроются, сняли со своих счетов миллиарды евро. Накануне в Брюсселе прошло заседание Еврогруппы по вопросу программы бюджетной экономии и реформ в Греции. Однако соглашение с кредиторами достигнуто не было. 5 июля в Греции пройдет референдум, который решит принимать условия кредитов или же не принимать.